Привет-привет! У меня в руках розочка оригами, или как еще ее называют, кубик-трансформер. Она может превращаться из розы в куб и обратно. Хотите научиться складывать ее? Тогда повторяйте за мной. Для этой волшебной розочки нам понадобится 6 квадратных листов бумаги. 3 из них зеленого цвета. Из них мы сделаем листочки розы. А другие 3 любого яркого цвета. Из них мы будем делать бутончик. Начинаем. Лишнюю бумагу убираем в сторону. И вперед. Для начала складываем наш квадратик книжкой. Отгибаем. Теперь делаем базовую форму шкаф. Снова разгибаем. Теперь правый верхний угол загибаем вдоль этой линии. Отгибаем. Затем левый нижний угол загибаем вдоль этой линии. Вот так. Дальше мы отгибаем верхнюю часть загнутого угла вниз по намеченной линии. И укладываем левую часть вот так. То же самое мы делаем и снизу. Приподнимаем верхний кармашек, укладываем нижний угол, затем отгибаем часть по намеченной линии и укладываем. У нас должна получиться вот такая вот фигура. Переворачиваем на другую сторону и 2 угла загибаем. Вот так. Дальше загибаем эти оба уголка вот таким образом. Один модуль готов. То же самое мы должны сделать с остальными 2 квадратами. Закрепим выученное на примере 2 квадрата. Делаем базовую форму шкаф. Разгибаем верхний правый угол, загибаем вдоль этой линии. И нижний левый угол загибаем вдоль этой линии. Отгибаем верхнюю часть по намеченной линии. И затем укладываем. Разворачиваем. Укладываем в кармашек нижний угол. Отгибаем
И затем снова укладываем. Переворачиваем и загибаем оба уголка. Еще один модуль для нашей розы готов. Модули для бутона готовы. Теперь сделаем листочки. Загибаем зеленый квадрат книжкой. А затем делаем базовую форму шкаф. Дальше разгибаем, загибаем правый верхний угол вдоль этой линии. Отгибаем и левый нижний угол загибаем вдоль этой линии. Дальше снова отгибаем верхнюю часть по намеченной линии и укладываем. Теперь нижний уголок мы должны загнуть вдоль этой линии. Вот так. И теперь получившийся угол мы отгибаем наверх. Переворачиваем. Теперь загибаем нижний правый угол в кармашек. Отгибаем верхнюю часть по намеченной линии. Укладываем вот так. У нас должна получиться вот такая фигура. Переворачиваем и маленький уголочек загибаем вниз. Теперь этот угол мы должны загнуть вот так. А маленький верхний угол вниз. Один зеленый модуль готов. Откладываем его в сторону и делаем остальные два. Сгибаем базовую форму книжка, разгибаем, делаем шкаф. Правый верхний угол загибаем вдоль первой складки слева. Разгибаем и загибаем левый угол. Начало у розовых и зеленых модулей, как вы уже, наверное, заметили, одинаковое.
Затем нижний левый угол загибаем наверх вдоль этой линии. И образовавшийся уголок загибаем наверх. Разворачиваем, приподнимаем верхний кармашек, вкладываем туда уголок, отгибаем по намеченной линии и укладываем вот в такую фигуру. Переворачиваем и маленький угол загибаем вниз. Теперь вот этот угол мы должны загнуть вот так. А верхний угол отгибаем вниз. Еще один зеленый модуль готов. Теперь, когда все наши модули готовы, я покажу вам, как собирать нашу розу. Здесь важно не запутаться, поэтому повторяйте в точности за мной. Берем в руки два модуля. Один таким образом, чтобы его уголок смотрел в сторону, а второй перпендикулярно, чтобы его уголок смотрел на меня. Теперь засовываем этот уголок в боковое отверстие во втором модуле. Берем третий розовый модуль. Засовываем уголок второго модуля в его отверстие, а его уголок в отверстие первого модуля. Бутон готов. Откладываем его в сторону. Теперь складываем зеленые модули. Один модуль держим так, что его уголок смотрит на меня, а второй перпендикулярно. Засовываем уголок второго модуля в отверстие первого. Берем третий модуль и его уголок. Засовываем в отверстие второго модуля. А уголок первого модуля засовываем в отверстие третьего. Обратите внимание, что прорези, диагонали на всех трех модулях образуют треугольник. Теперь берем бутон и собираем сам кубик. Каждый из уголков розового бутона мы должны засунуть в каждое отверстие на зеленой части. Теперь достаем коротенькие уголки и засовываем их в отверстие розовых модулей.
куб. Теперь мы превратим его в розу. Для этого достаем короткие уголки из кармашков, зеленые уголки. Дальше распускаем зеленые модули, но не до конца. Вот так. Теперь осталось распустить бутон. Залазим пальцем в прорезы диагональные и распускаем. Наша чудо-роза готова! Теперь я покажу, как она снова собирается в куб. Засовываем обратно бутон. А зеленые модули складываются так и заталкиваем их в кармашки розовых модулей. Вот такая волшебная поделка оригами. Следите за новыми видеоуроками на сайте origamir.com. С вами была Валерия. До новых встреч. Пока-пока.